Ну что, ребят, здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Dreamfall Chapters. Очень интересная игрушка, очень увлекательная. Заметили, что у нас происходит на этом, на окошке, да? Смотрите, ну прям открылось нормально так. И уже видно не что-то розовое, да, уже видно какую-то даже природу. Даже вид видно. Интересно, значит, мы уже на пути к финалу. Это прикольная фишка. Очень прикольная фишка. Не везде такое вижу. Ну, не часто она встречается, такая фишка, но она прикольная. Мне такая нравится фишка. Вот, прошлую серию мы с вами дошли за главного героя, да, за Акима, не Акима. Вот, не помню, кого его, правда, зовут. И... мы за него поиграли, а потом еще мы нас вернуло к Зои. И Зои, короче, показала нам то, что вот эта вот маленькая девочка, да, которую видишь на экранах, на портретах, рисовала. Ну, как телепортнулась. Ты не видел там на прошлые две серии, да, на три, ну, может, даже будет подсказочка там в верхнем правом углах. Вот, в правом или левом углах, там в верхних, да, будет подсказочка на прошлой серии и на... плейлист с полным прохождением данной игры. Ну, плюс он будет в описании, поэтому заходите, лучше посмотрите с первой серии, реально, вам будет все понятно. Ну, вам будет все понятно, все будет классно, реально. Вы прям сами углубитесь в это, да, в эту игру, вот. Это будет правильнее. Вот, а так мы, собственно, Саш, поудобнее надевать прядик, обязательно. Приятного аппетита, кто кушает, приятного чипитика, пить или питья воды, приятного вам просмотра. А мы, собственно, продолжаем данное путешествие. Очень увлекательное, очень увлекательное и очень интересное. О, привет! Все чисто. Пошли. А, мы прямо возле пандемониума. А, мы еще скрываемся, точно. Лепесточек? Что, черт возьми, происходит? Нет времени, мне нужна что твоя... Что ты здесь делаешь? Заткнись. Хоть раз, пожалуйста, заткнись и просто выслушай. Хорошо. Я слушаю. Мне нужна твоя помощь. От этого все зависит. А теперь и правда слушаю. Я заинтригована. Око ворвались в мою квартиру. Они попытались меня арестовать или убить. Это Ханна, она спасла меня. Привет, мы знакомы. Что ты нахрен натворила? Может, это из-за того, что я подключилась к Дримеру, и они знают, кто я и что могу делать. Что ты можешь? Это не важно. У нас есть доказательства, что Ватя виновна в террористической атаке. Что нахрен? Взгляни вот на это. Ты из ума вышла? Притащила мархарджорское анти... Такое же антивещество, которое использовали при взрыве. Манифеста подставили. Именно это самое устройство связывает Вати с подрывом. О, эти грёбаные мархарджходы. Я могу проанализировать, сравнить с данными из подрыва. Но как ты потом все свяжешь? Подсказка. Если планируешь управлять подпольной империей, не оставляй письменных улик. Этого хватит, чтобы засадить Вати за нападение? Нелла кое-что нам оставила. Запись. Она немного искажена, но мы подумали, что ты могла бы... восстановить ее? Возможно. Я взгляну на нее. Не уверена в ее пользе без доступа в сеть. Хорошо, что мы нашли рабочую точку доступа в тоннелях. Что вы сделали? Сколько вы пробыли там внизу? Ханна покажет тебе, как туда добраться. Мне нужно снова попасть в Dreamtime. В этот раз по-настоящему. Сейчас будет момент, который я не понял в прошлой серии. Прям вот реально не понял, что за херня. Дримеров. А если ты подключишься через обычный, они, вероятно, снова тебя выследят. О, точно, я чуть не забыла. Да чтоб меня. Нелицензированный дример. Что там у тебя еще есть? Кролик? Тужина белых голубей? Мне нужно использовать его прямо здесь и сейчас. Мне больше некуда идти. Так это поможет уничтожить Вати и отыметь всех нужных людей в нужные дырки? Можешь быть уверена. Можешь сесть на диван. Это будет выглядеть так, будто я просто сплю, но если я права, если я правильно помню, то я буду где-то в другом месте. Не будите меня и не отключайте. Мне просто нужно знать, что здесь я буду в безопасности. В такой же безопасности, как кто угодно в пропасти, лепесточек. Обещаю. Присмотришь за мной? Я пообещала. Ладно. Ну, поехали. Скоро увидимся. Смотри. Бом! Бом, и все. Что за мархарджорское? Что?
Куда она пропала? Ну, теперь это и в самом деле дерьмовое дерьмящее дерьмо. Вот это вот мне было непонятно, куда, что, блять, кого. Да, это мы все видели в прошлой серии, да, ну, так, чтобы просто... Кто, может, не досмотрел, да, до конца, все-таки... Может, кто-то есть, кто не смотрел до конца, вот, посмотрели снова. Глава 8, перекрестки, да, вот, дошли мы отсюда, тут мы остановились с вами, на 8 главе. Угу. Ой, блядь, где она? Я уже была здесь раньше. Ну, ладно. Найти способ выбраться. Окно слишком грязное, чтобы что-то сквозь него рассмотреть, но виден дневной свет, и, похоже, на улице немного... Здесь намного тише, чем раньше. Интересно, теоретически слепой Боб еще здесь? Нет ручки. Не могу ее открыть. Ой, она. Поздравляю тебя, чё? Аж вот это. Почему эти двери-то не активны, ёпты? Не может ее открыть, нет ручки, блядь. Тут повсюду пыль. Таверна, должно быть, закрылась давным-давно. Интересно, что произошло с хозяйкой Бенримой? Она помогла... Ворон? А? Что случилось? Ты напугал меня! Это ты меня напугала? Что ты здесь делаешь? Как ты нашел меня? Нет. То есть, ладно, я нашел, ты стоишь прямо напротив, поэтому технически да, я тебя нашел, но... Я не искал. Это мое гнездо. Не суди строго, здесь хотя бы есть крыша над головой. Ну, полукрыша, что раньше было крышей. Где это мы? В таверне приют странника. Ну, это была раньше таверна, а теперь просто дыра. Приют? Конечно. А что с трактирщицей? Бенримой. Она была очень добра ко мне. Давно мертва, как и все остальные, полагаю. Должен признать, я думал, ты тоже мертва. Последний раз, когда я тебя видел, пуф, испарилась. Мне еще многое непонятно. Я мало помню с прошлого года. Я тоже. Следующее, что я помню после твоего исчезновения, я очутился в Садире. Я только что вернулся в Меркурию, поэтому, понимаешь, я здесь. Садир? Родина Азади, тех вооруженных людей с бесподобной растительностью на лице и ужасной аллергией на магию. Я помню Азади. Быть говорящей птицей в месте, где на магических охотятся ради развлечения. О, давай-ка расскажу, я... Может, позже. Мне нужно найти отсюда выход. Мне кажется, я знаю, какой будет финал. Эй, а ты помнишь нашу встречу во сне? Я помню, что ты снилась мне той ночью. Стоп. Откуда ты знаешь о моих снах? Это был и мой сон. Ты теперь вторгаешься в мои сны? Ох, ох, боже вороний, надеюсь, ты не видела тот сон о курочках и... Абнаксус говорил что-нибудь еще после моего исчезновения? Округлый малый, которого будто неоднократно били громадной безобразной палкой. Да, говорил. Честно говоря, я вообще не всегда понимаю, что он говорит, но получилось что-то вроде... Приведи ее сюда. Ты должен приведешь ее сюда. Привести ее сюда. Ты уже приведешь. И так далее. Думаю, смысл был в том, чтобы привести кого-то куда-то. Ну, я ничего не обещаю. То место во сне. Где это? Ты меня спрашиваешь? Я понятия не имею. Мне приснился сон, и все. Это было большое белое пространство. Оно может быть где угодно. Да, думаю, Северный полюс? Не думаю, что там. Южный полюс? Абнаксус сказал что-то о детях пурпурных гор. У Лары. Нет, никогда о них не слышал. Но пурпурные горы... Найти их не должно составить труда. О, ты знаешь, где они? Нет, ну ладно тебе. Пурпурные горы. Большинство гор серые или белые, не часто удается увидеть пурпурные. Уверен, их легко будет заметить. Похоже, в этом нам понадобится помощь.
Нам? Слушай, не знаю, откуда взялось это «нам». Мне и одному очень здорово. А мне уж точно не нужно еще одно приключение. Хватит с меня приключений, отныне я не приключенческая птица. Да, ты дерзай и ищи себе помощь. Было приятно снова тебя увидеть. Абнаксус велел тебе привести меня туда. Во сне, сне, если бы я начал прислуживаться к советам из моих снов, я бы нажил себе кучу неприятностей. Это был не просто сон, это было видение. Сны, видения, кошмары, галлюцинации, все их можно одинаково заглавить. Очень плохая идея. Да. Но у меня все равно больше нет дел, поэтому, видимо, туда я и направляюсь, к Пурпурным горам. Погоди, а как мне отсюда выбраться? У тебя есть крылья? Серьезно? Ну тогда не знаю. Точно. Не похоже, что кто-то следит за этим местом. То есть это реальная дыра в крыше? Ну ёпта, ну и где, что, где мне, блядь? Нет ручки. Не могу ее открыть. Можешь ее открыть, молодец, ебать. Почему ты здесь живешь, Ворон? А куда мне еще лететь? Я как птица меж гнезд. Я еще не определился со своим будущим. По существу, я бездомный. Не смотри на меня, не осуждай. Я не осуждаю. Я тоже без дома, именно поэтому я должна это сделать. Мне нужно все исправить. Что исправить? Реальность, сны, мир, мою жизнь. Что-нибудь, что угодно, все, я не знаю. Что бы ни пришлось делать, лишь бы снова стать собой. Я полностью все это понимаю. Уже нашла выход? А, охуенно, уже на... Блядь, нашла, блядь. А ты нашел выход, ёпты? Ишь нахуй, блядь. Мог бы помочь. Если ты хорошенько сконцентрируешься, может, ты отрастишь крылья и улетишь? Нет, мужик, я, может, просто поставлю себе стул. Хотя бы душ не идет. Не похоже, что кто-то следит за этим местом. То есть это реальная дыра в крыше. Блядь, а что мне делать-то? В последний мой визит это была типичная, уютная сказочная таверна. Теперь это, несомненно, антиутопия. Эй, это что, темная реальность? Подожди, ручки нет. Ничего хорошего моему путешествию в Аркадию это не предвещает. А где мне вы... Блядь, я хуй знает, как мне выйти. Брат, может, ты мне поможешь? Не то чтобы я не любил гостей, но это мой дом, и ты на него посягаешь. Ворон здесь не просто так. Или я там, где ворон, не просто так. Это не случайность. В смысле, он появился в моем сне-видении. Это что-то да значит... Блять, я нахуй. Ебать. Подожди, давай логично подумаем. Здесь нету нихуя, да? То есть ручки здесь нема. Нет ручки. Не могу ее открыть. Ручки, блять. Мне нужно быть снаружи, а не тут. Я же на миссии. Окно слишком грязное, чтобы что-то сквозь него рассмотреть, но виден дневной свет, и, похоже, на улице немноголюдно. Почему вот эти двери не открываются? Ну, вот эти двери никакие, бля, подожди, может, на потолке что-то? Только, опа. Там наверху что-то есть. Что это? Опа, Иди, ёпта. Эй, Ворон, можешь снять вон ту металлическую штучку наверху? Что? Дверную ручку, которую я снял, чтобы уединиться здесь? Серьезно? Одна дверная ручка уже летит! То есть, приземляется. Нахуй он снял, прикинь, он снял, блядь.
Давай, ебать. Ой, Андукс. То есть не побазарить вообще никак? Уже нашла выход? Да, блядь. Нет ручки. Не могу ее открыть. Что нахуй? Мы съебываем, блядь. Хоть недружелюбный он вообще, недружелюбный, блядь. Ворон ебучий. Не ворон. Блядь, пошел ты нахер. Я хочу побыть один. Да, мы съебаем. Прощение, прошу прощения. Чего, блядь? Понял, мы в том мире, где был этот Аким. Помнишь, Аким был здесь? Вот мы в этом мире. Да. Я думала, ты остаешься. В этом богом забытом глубинном гнезде? Сыт по горло жизнью комароловки без приключений. Сначала было забавно, но я готов снова зажить. Так что это конкретно мы делаем? Ищем кого-нибудь, кто сможет помочь добраться до Пурпурной горы первого сновидца. И о каком типе приключений мы говорим? О быстрой безопасной прогулке по ярко освещенным улицам? Или разобьем в лесу под ясным небом палатку? Думаешь, встретим потенциальные жизненные угрозы на опасных горных тропах? Я бы сказала, что второй вариант вполне реален. А, здорово. Замечательно. Уже жалею, что ввязался. Чё нам? А план какой-нибудь есть? Или будем импровизировать? Как сказать. А повстанцы все еще здесь? Я слышу, как о них упоминали, да. Часто начиная с проклятий и заканчивая громкими призывами перерезать им глотки и оторвать головы. Суждаем. Тогда это и есть наш план. Найти повстанцев. Есть идеи, где мы можем найти повстанцев? Я вернулся только пару месяцев назад и в основном гнездился, так что нет, без понятия. Прекрасно. Подожди, гнездился? Разве этим занимаются не только... Стоп! Давай на этом я тебя остановлю, и мы больше никогда об этом не заговорим. Что это? Приют странника закрыт, но всем постоянным клиентам и доброжелателям рады в петухе и котенке. На Айрат-авеню у Южных ворот. И здесь рисунок петуха и котенка. Видимо, чтобы избежать путаницы. Точно. Киска верхом на... То есть, котенок. На петушке. Петухе. Это только мне кажется, или... Не только тебе. Хорошо, хорошо, хорошо. Что ж, это уже хорошая наводка. Отправляемся в петушок и... Петух и котенок. Только смотри, здесь, да? А на каким... Эти трубы здесь повсюду. Я уверена, в прошлый раз их здесь не было. Это же тут Аким бегал. Помните, мы здесь пробегали? Ну, кое-что из этого. Мы здесь пробегали же. Все действительно выглядит немного иначе. За этого Акима, не Акима, вот знаете, этого мужика. Вау, мужика. Я вернулась. И все-таки это был не сумасшедший сон во время комы. Помните, мы здесь пробегали же за Акима? Он вроде Аким его зовут. А сейчас только за Акима здесь был более мрачнее, наверное, да? Более мрачнее так было. А сейчас здесь, прям, смотри, как ярко, светло все. Красочно. Мы здесь пробегали же, помните? Ну, меркурианцы. Должен признаться, когда они наконец закончат это... Она соединена с трубами, выглядит стимпанково. Очень ретро-футуристично. Я даже предположить не могу, для чего они нужны. Наверное, не только ты. Серьезно? Это что-то типа афоризма? Ну, надеюсь, для чего бы ни были нужны эти трубы, оно-то досадно, что магические подожгли старый город. Но чего вы ожидали? Эти пиявки не будут сейчас. Это не афоризм. Никто никогда так не говорил. Да мы знаем, где петух-котенок находится. Ну туда мы забегали, да?
Мы сюда же забегали. Вот, да-да-да, смотри, вот то самое. Помнишь, бля, мы же здесь за Акима были, мы за Акима здесь играли. А почему, как она сюда телепортнулась вообще? Скамья. Здесь скамья. Здесь мы... Я сливаюсь с местными. Уже хорошо. Чё, где он, ёпты? Да, блядь, я знаю, где находится она. Ты шо, блядь? Я, блядь, знаю, где находится он, ёпты. Мы там уже наизусть выучили. Бля, интересно. Интересно. Нет, нам куда? Нам вон туда вообще. Мы здесь, вот мы здесь недавно же только, да, с тобой были? Недавно только с тобой тут были. Должен признать, мне очень не терпится увидеть эту новомодную сеть труб в действии. А давай кое-что проверим. Она сохранилась или нет? Или она закрыта до сих пор? А, она уже закрыта. Смотри. О, блядь. Эти трубы здесь повсюду. Я уверена, в прошлый раз их здесь не было. И, бля, трубы здесь... Здесь нихуя нету, мать, ты чё? Опу-пу-пу-пу-пу-пу. Интересно. И, бля, трубы ещё, блядь. Трубы, нахуй, там пустота, блядь. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну что ж. Как дела? Вполне хорошо. В смысле, жатва отлично. Мне нравится их стиль. Возможно, вдохновившись Аркадией, я смогу выпустить линию одежды, когда вернусь обратно. Я пойду внутрь. Подождешь меня? А чем еще заняться свободной птице? Мне нужно открытое небо над головой. Или хотя бы приличная дыра в крыше. Я буду прямо здесь. Или вон там, где сыр и... это что, хлебная корка? Не осуждай меня! Не смотрю, захожу внутрь. Интересно. А не встретятся, мне интересно, не встретятся? О, блядь. Люди, выпивающие в пабах, везде одинаковые. Кроме одежды. И выпивки. И всего окружения. Добро пожаловать в Петух и Котенок. Привет. Приветствую. Доброй... встречи. Что? Что? Я не знаю. Я иностранка. Не может быть. Откуда вы конкретно? Я и сам путешественник, но я не могу точно определить ваш акцент. Жаль, я не ходила на те курсы импровизации. Без понятия. Буду импровизировать. Скажи что-нибудь, что угодно. С запада. Просто с запада. Далеко, далеко на запад. Что? Из-за Задира? Дальше левее. Западнее. Дальше на запад. Не думал, что западнее есть что-то еще. Ведь Азадир настолько западный, что дальше уже снова Восток берет свое начало. Точно, ну, вы знаете, Восток, но сбоку от Запада. Для меня это бессмыслица, но ведь я еще много не видел в своих путешествиях. Как называется эта земля? Америк-Канада. Америк-Канада. Ага. Дом, милая, Америк-Канада. Так что это сегодня будет? Что, простите? Знаете, вы не первый человек, озадаченный этим вопросом. Хотя, с какой стороны ни взгляни, это питейное заведение. Не понимаю, что я делаю не так? Дело в моих манерах. Я не похож на... барменщика?
Нет, нет, вы выглядите как настоящий барменщик. Источаете трактирность. К выпивке. Что обычно заказывают в старой доброй таверне? Кажется, в городе проходит какой-то фестиваль. Эта одежда очень жаркая и колется. До смерти хочу пива. У вас есть что-нибудь холодное и шипучее? Холодное? Шипучее? Мой эль теплый, безвкусный и горький. Могу налить вам полную чашку. Я... Конечно. Да? Почему бы и нет? Вы уверены, что вы в нужном месте? Вообще-то нет. Честность? Мне это нравится. В наши дни это огромная редкость. По вашему наряду и... Ну, всей вам, я бы сказал, что вы, наверное, ищете место у Хайхола, а не здесь, в доках. Это суровый район, и... Ну, и вы выделяетесь из толпы моих обычных посетителей-бездельников, а в наши дни выделяться не очень хорошо. Может, он прав, а я уверена, что это место имеет отношение... Нет, это место как раз для меня. Мне нравятся забегаловки. Простите... Я не имела в виду, что... О, это приятнейшая вещь, которую говорили о моем бабе. Серьезно? Может, все дело в языке? Так чем еще я могу быть вам полезен? Интересно, здесь по пути сюда я видела несколько солдат. А сзади еще управляют городом? Нет, они не... Городом управляет совет. А эмиссар... Она советник? Ее советы бесценны. Очень важны. Всем нам. Сейчас будем вспоминать, что там звучит было. Звучит как неплохая система. А солдаты повсюду? Для нашей защиты и милости. Они нас охраняют от внешних врагов и внутренних, от мятежных террористов и им подобных. Здесь проходит какой-то фестиваль. Жатва. Мне бы не помешала лишняя информация. Если... Что вам известно о сопротивлении? Ну, понимаете, о повстанцах. Повстанческом движении. Восстание магических? Нет? Мы здесь не обсуждаем террористов. Оу. Понятно, простите, я не хотела. Мне просто любопытно. Вот что я скажу. Возможно, вы захотите кое с кем поговорить в кузне в городском сквере. Это на дальней стороне, у ворот в Боунс. Постучитесь в дверь, скажите им, что вы ищете библиотеку. А теперь, боюсь, меня ждет работа. Я уже слишком долго пренебрегаю другими клиентами. Ой, простите. О. Спасибо за вашу помощь. Боюсь, я очень занят. Попытайтесь счастье в кузне. Интересно, интересно. Кузня. Боунс. Бля, ну если я не ошибаюсь... Она сказала в кузне, перед входом в Боунс. У меня есть зацепка о сопротивлении. Пока я ее проверяю, есть кое-что, что ты должен для меня сделать. Задание. Задание? Мое второе имя? Нет, это неправда. Мое имя Эдвард. Нет, тоже ложь. Я просто всегда хотел быть Эдвардом. Мне нужен взгляд с высоты птичьего полета. Ты пытаешься от меня избавиться, Зои? Конечно, нет. Но я чувствую себя в большей безопасности, когда ты наблюдаешь сверху, пока я иду по следам нашей зацепки снизу. Я чувствую что-то нарастающее в моей груди, и это может быть только одно. Гордыня?
Нет, неизбежная отрыжка. Но я сделаю то, о чем ты попросила, и я даже симулирую гордыню, если понадобится. Приступай. Джеронимо! Только наоборот. Нет, кузница не... Бля, где она нахуй? Вот это напротив, которую она хочешь? Нет. Она соединена с трубами, выглядит стимпанково. А где козлы? Очень ретро-футуристично. Где козлы? Я даже предположить не могу, для чего они нужны. Нет. А сзади напоминает мне Око. Фашисты везде одинаковые, даже в параллельных измерениях. Я сливаюсь с местными. По одному изображению могу сказать, что этот мужчина изворотливый. Онор Хиллерис? Что это за имя такое? Очень изворотливое, вот какое. Старинная кузница. Нет, здесь не это написано. Тут написано просто кузня. Это тебе не эпоха Возрождения, Зои. Нет ни одного магического средневекового города без кузницы. Это точно. Привет, я пришла в библиотеку. Я знаю, это странное приветствие, но мне сказали, что здесь... Ладно, мы заходим. Да уж. Мне интересно, они встретятся или нет? Мне кажется, они... О, вот она. Хами знает. Что именно знает? Что Киан жив. И Тень его знает, что еще он сказал. Они разговаривали? Мои люди видели, как генерал входил в машины зал в сквере. Вскоре заметили, как Алвана покидает дом. Они были там вместе с одним из инженеров, но его нигде не найти. Должно быть, Хами его где-то укрыл. Свидетель! Так он знает, что ты ему лгал. Он пока не выступит против тебя, пока не узнает, зачем и что мы планируем. Да, Хами умен как питон, и вдвойне опаснее. Нам надо от него избавиться. От матери Утаны тоже. Он наверняка ей рассказал. Их водой не разольешь. Вопрос в том, сообщили ли они первой. Им нужно больше доказательств. Еще есть время. Ты говоришь про убийство. А что еще ты предлагаешь? Мы давно перешли черту в ОМОН. Назад пути нет. Я не могу просто прийти к Хами и прикончить его. Это должно выглядеть как несчастный случай. Церемония. Она уже через неделю. Мы не можем ждать. Нельзя действовать бездумно. Генерал продолжит свое расследование, пока не получит конкретных доказательств нашего предательства. Потом, на церемонии, мы убьем их обоих и повесим всю вину на сопротивление. Но если он начнет действовать раньше, мне нужно быть готовым. Мне нужно сообщить тем, кто надежен. Тише. Иди сюда, мой милый. Не волнуйся. Мы это переживем. Мы всегда выживаем. Мы слишком усердно трудились, чтобы сейчас проиграть. Машина будет нашей. Северные земли будут нашими. Люди генерала вернутся в Азадир. Совет не организует еще одну кампанию. Они не могут себе этого позволить. Им не хватает поддержки народа. И потом, наконец-то, мы вернемся с триумфом, неся свет богини. И мы уничтожим наших врагов. Мы будем править Азадиром, как всегда и планировали. Мы не проиграем, любовь моя. Я стану императрицей, а ты моим верховным командующим. Такова воля богини. Я знаю это. Я знаю. Понятно, понятно.
Понятно. Теперь все понятно. Почему и зачем они это делают, понятно. Понятно. Что это за место? Куда вы меня ведете? Может кто-нибудь что-нибудь ответить? Вы же сопротивление, верно? Хуяще. Знаете, вместо того, чтобы похищать меня, можно было просто вежливо попросить. Я бы пошла с вами. Я и так хотела с вами пойти. Молчим, значит? Ладно. Отведите меня к главному. Всегда хотела это сказать. Шепард занята. Она поговорит с тобой позже. Так теперь вы со мной разговариваете? Хорошо. Я бы хотела... Стоп, я помню этого человека, это же... Не болтай. Шагай. Но я его знаю. Закрой рот. Точно нет. Нет. Ты не можешь сейчас покинуть Меркурию, если отправишься в Киен. Что если они тебя найдут? Они убьют тебя. Ну, значит, убьют. Я осознаю риски, Эну. Я знаю, ты хочешь защитить. Нихуя не встретились. Всего лишь один ребенок. Если ты погибнешь, что мы будем делать? Вы продолжите борьбу. Вы стали сильнее. Вы можете им противостоять. Ты знаешь, что это неправда. Генерал привез из-за Задира еще больше войск. Вся наша ситуация шаткая. Я пойду с ним, чтобы убедиться, что он останется в живых. Что? Ты не пойдешь. И мы потеряем вас обоих? Повезло, что мы не потеряли много людей, когда сгорел старый город. Это лишь вопрос времени, когда сзади нанесут нам решающий удар. Ребят, я мягкосердечная, как школьница Зиит. А Бип и мой друг, но... Я согласна с Шепард. Мы не можем рисковать. Это не только из-за мальчишки. Если я отправлюсь к Киен в лагеря, то найду доказательства того, что они делают с магическими. И если генерал Хами и мать Утана узнают правду о том, что там делают с невинными созданиями, возможно, они... Созданиями? А он не это имел в виду. Правда, Киен? Ты же не это имел в виду. Он показал, что не считает магических за людей. Мы еще помним того растлителя малолетних, офицера Азади, которого ты отпустил. С людьми. Женщинами, детьми, беззащитными. Если Хами и Утана узнают правду, они могут поменять свою точку зрения. Они могут оказать поддержку. Мы не сможем победить в этой войне своими силами. Вамон и Сахья слишком сильны. А с людьми Хами на их стороне они станут непобедимы. Но если мы лишим их поддержки, даже если Хами не встанет на нашу сторону, наши шансы возрастут. Заставьте меня остаться. И это лишь отсрочит неизбежное. Отпустите меня, и мы сможем победить. Ты не упрощаешь мне задачу, Киан. Но, может быть, пора позволить тебе самому решать? Я не буду стоять на твоем пути. Мне это совсем не нравится. Когда ты отправляешься? Прямо сейчас. Если я смогу проникнуть на воздушный корабль, отправляющийся этой ночью на острова, а значит, времени мало. Ну, не буду вставать у тебя на пути. Иди, будь героем. А куда я... А куда ее отвели? Подожди, подожди. Опа. Ты поступаешь правильно. Шепард, она... На Шепард лежит большой груз. Ей трудно заглядывать дальше. Она боится тебя потерять. Твое присутствие здесь дало нам надежду. Я верю, что ты не дашь этой надежде умереть. Я не забыла. Я буду выполнять свою работу в твое отсутствие. Я обязана им. Блять, а куда я отвели-то? Нет. Ладно, let's show, let's go.
Отправляемся в Меркурию с тобой. То, что я сказала по поводу героя и прочего, все не так. Мне жаль, я... Страшно, как просто можно забыть про людей, когда ты так занят борьбой за так называемое высшее благо. Так много разговоров про наше дело и высшее благо, и ты должен идти. Именно это и делает нас людьми. Дело не в высшем благе, дело в тех маленьких хороших делах, что мы делаем друг другу каждый день. А это самое высшее маленькое благо из всех. Жизнь одного мальчика. Это важно. И мне жаль. Не нужно извиняться передо мной, Эну. Но спасибо тебе. Просто не умирай. Это все. Не умирай, и я буду в порядке. Все же здесь хватает книг, чтобы убить сотни долгих вечеров и бессонных ночей. Добавить я больше прочитал нечего. Пару из них, хотя некоторые написаны на языках, которые мне еще предстоит выучить. Хотя все еще считаю. Без меня ты не уйдешь. Здесь ты нужнее, Лиха. Те заключенные — мой народ. Заключенный моим народом. Это, несомненно, самоубийство. Если сопротивление лишится нас обоих, у них не будет шансов против башни. Если ты умрешь, я отпраздную твою смерть. Но я никогда не стану их лидером. Ты проявил себя. Им нужен ты. Иди и останься в живых. Ради них. Ради всех нас. Ты все еще планируешь меня убить? Разумеется. Хорошо. Не хотелось бы это пропустить. Что с тобой сделаем? Давай-ка. Там столовые, а еще кухни, камеры и кладовки. Анклав больш. Сейчас на это нет времени. Давай-ка мы с тобой здесь остановимся и перенесем это все на следующий серию. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставь лайк, подписывайся на канал. Тебе не сложно, реально огромное спасибо за поддержку. Очень сильно мотивирует делать контент дальше. Телеграм-канал на ваших экранах, там уведомления видео, да, чтобы вам было удобнее, ну, получать их, да, чтобы всегда были в курсе, когда выходит видео, да, новое. И инсайды бывают, да, то есть если вам интересно, там, что происходит за, да, кадром, скажем так, вот, то там это есть, вот, можете посмотреть, почему бы нет. Я там делюсь тем, чем не делюсь вообще нигде, поэтому вот, ну так, мне тоже будет приятно, спасибо огромное. Вот, в принципе, все, спасибо за просмотр, увидимся в следующих сериях, давайте.